Прямо краски осени. Марат, начинаются волшебные бульки, спасибо тебе. Ты шо, елки-палки, а? Еще многие в Одессе спят, а мы уже почти заканчиваем, правильно? А чтоб ты проснулся, и у тебя как это, и во рту уже у тебя было счастье, елки-палки. Ребята, не переживайте, это всего лишь плов. Может, думаю, чудо-зелье приворотное. Или как оно там в Израиле называется? Вы уже оба повернутые, так что нечего тут приворачивать вас, привораживать. Вот это утро началось оскорбление. С диагноза. Ты что, доктор? А по жопе она на? Вообще-то это комплимент. Оператор? Да, Сереженька. Слышь, я когда перчатки сниму, я тебе сделаю комплимент, ёшкин ты кот. Друзья, всем привет. Да хватит меня сбивать с коня, и уже началось. Я галопом по голодным степям Одессы скачу, несу людям добро и счастье, а ты меня со своим массажем. Угомонись, сегодня. А, да, извиняюсь, таки, пардон, я буду делать массаж, но не тебе, а свинье. Свиным ребрам, елки-палки. У нас же сегодня рецепт. Это не очень. Короче, друзьяки. Говори. Не, ну плов у нас из говядины, все нормально. Отойди, мне надо рукой махать. Слышишь, что говорю? Короче, друзьяки, всем привет, с вами Дескрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзья, Марат Джан. Всем шалом. Ага. Сильно, как это... Похудешь? В комментариях его там, как это, не ругайте, да. Ну, чуть похудел. Вчера был один раз в спортзале был. Смотри, живот как рукой сняло. Ты что? У меня через два дня аж туда бы прилипнет. Ладно, не об том. Что? Сил нет моих. Таня все высосала вчера в спортзале. Хотя это мы только на замеры ходили. Мы же даже не занимались. О, а теперь таки можем начинать, правильно? Эх ты, оператор, я сейчас такую вынесу. Деликатесищу? Да. За плов я говорить не буду. Даже в Узбекистане знают, что Марат лучше всех готовит плов в Одессе. Так что там плов потихонечку. Соберок стоит. Девочки, вы что, этот? Ты хотела своему... Смотри, какая мадам такая интересная, с Киева заехала. Ты хотела своему подарок сделать? Да, вот так хотела. Передай ему привет. Дима, я тебя люблю. Да, Димочка, я тоже тебя люблю. Ты что? А, як тебя не любити? Димочка, Мий. Так у людей, знаешь, какая фамилия? Борщ. Вот как такое не любить? Ребята, что крепкого здоровья. Поплавскому привет не передавайте, он и так знает, где в Одессе вкусно. Что, ну будешь в следующий раз с Димой заезжать? Я не знаю, что хочешь, выбери себе что-нибудь ему на память. Там, В следующий раз просто до вас приеду. Да? Все. Смотри, хочешь такой привет незабываемый? Вот помажь себе губы и до Киева... Не, и до Киева не мойся. Приедешь, его поцелуешь, скажешь тебе от Липована. Эх ты, счастье будет такое, до старости лет меня помнить будете. Я его стороны переживу. Спасибо, вы дуже класні. Дуже дякую. Я ще більше полюбила Одесу. Так приїжджайте. Да, він не хоче. Тут з видом на море, ти що, ёлки-палки, ага. Потому що нашого карася не пробував. Слушай, в Одесі хорошо. Дима, таки успокойтесь, я нормальные киевляне приезжают и здесь остаются, ты что? Степу видел? А? Кого? Канал Чушь заезжал. Чушь, елки-палки. Степа. С шаурмой. Тоже переезжал? Тоже бросил кости. Я думаю, что он Вилково останется. Угу. Я ему говорю, ехайте в Вилково, будет вам счастье. Поехали, и больше с ним связи не было. А там же есть традиция у нас такая, что кто приезжает, воды с Дуная попил, там и остается. А у нас в Одессе новая традиция. Кто попробовал липованского карася, все, пиши, пропало. Так, что, я ушел? Катюня. Ты ох, сегодня. Ушел? А? Куда ушел? Вынесу ребра. Ты что, я так хотел давно, я даже не знаю. Спасибо Жеке. Вчера на базаре такие ребра сделал, ты сейчас кайфанешь. Елки-палки. Американцы плачут, понимаешь? Они не знают, где такие ребра брать. А я им не скажу, потому что там много нету. Я давно хотел, Серега. Спасибо за этот замечательный, не знаю, что это, сабля, спибля, пчак, что ли. Слышишь, какой-то. Вот тот Серега, который знает еще одного Серегу. Какой Одесса, маленький деревня. Ага. Мы были у Сереги, этот кузнеца фасадов, который нам помогает там постройки. А он, оказывается, с нашим Серегой с привоза, который лучший наживник, в детстве официантами в Аркадии работали, вот понял? Так вот, понимаешь. Да. А нам не признается этот Серега наживник. Да ему некогда, он ножи клепает, и посмотри, какие шедевры создает. У вас не было. Да, он много чего рассказывал, до нас не было. Ты что, сейчас таким этим ножом по свинине, как дам? Так, что, Митер Плюс есть, все, Гриликс, благодарочка. О, Катюня. Ой, сейчас... нет, только не открывай.
Сейчас она уедет, мы отходим. Чтоб ты была здорова и ехай уже куда-нибудь, спасибо, елки-палки. Любимый. Марат благодарю будет моим тебя оператором. А может, девочку с Киева сейчас попрошу, пока Дима там в Киеве. Что я здесь одной делать? Пусть нас снимают, а ты ехай. Да люди пугай, со всего мира, это я не пугаю. Кадр первый, дубль первый. Давай, встретимся в Голливуде, елки-палки. Люди со всего мира ехают для чего? Ладно, что я долго болтаю? Сейчас покажу. Это вот как раз вот то... Я это и так видно, не надо. Это как раз все вот то, из-за чего люди, которые попадают в Вилково, там и остаются. Где ты увидишь такие деликатесы? Слухай, а ты возьмешь парочку копченых рыб? А? Так мы тебе замотаем, а? Подожди, ты посмотри. Прям на Диму твоего похож, елки-палки. А? Такой же живой, такой блестящий. Ты посмотри на эту радость. А она у меня ругается, не понимает. На, подержи. Не, убери. Эх ты, звезда. Он просто думает, что это лучше, чем его Маратик, парфюм. А вынеси что? Боксы. Не надо. А что? Пленку. И пакетик. А, пергамент, пленку и пакетик. Сейчас завернем. И пельменям тоже заверни, пожалуйста. Сейчас всем завернем. Ты не помнишь, что они короче, называются? А? Пельмени как называются? Одесские пельмени? Да, а что тут помнить? Ну вот. Одесские пельмени. Всем заверни, Сережка. Марат, у нас сегодня акция. А? Так. Кто на плов придет, тот рыбу в рот возьмет. О, не рифма, короче, но очень правильно. Значит, да? Тоже положено. Ты посмотри, а? Кефаль какая, а это что? Рыбец, по-моему. Ты что, а это именно рыбец? Yeah. Ты посмотри, какой он сочный. Аж ё-ма, птицы запели. Изя, успокойтесь, вот это прелесть. Ох, и повезло ж твоему Диме. Такую заботливую иметь. Так, это есть, сейчас завернем и кусочек сома еще врежем, правильно? Таня, я сейчас пойду где-то пиво попьют еще. Да ты шо? А муж? Катюнька? Так, это есть. Давай сейчас парочку файных кусочков. Как врежем? Ёшкин ты кот. Не, ну что тут говорить? Ну, гайки. Фух. Пойди-ка пиво налей. Я уже позаботилась, вон, стоит бокальчик. Принеси. Что еще сделать тебе? Я уже ждал, когда ее сейчас порвет, елки-палки. Думал, будет плов. Послушная, нет. Послушная. Послушная не будет. Не будет. Сережа, ей нужен новый ковер срочно. Кто-то же обещал там принести. Негоже на грязном сидеть. И на балкончике. Эх, лимончики, вы мои лимончики. Соньки на балкончике. На балконе шу... Ой, на балконе. Шумигам ведутся разговорчики. Кто-то встретил чемодан, но в нем лимончики. Ты видишь эти ребра, а? Да я в шоке. Катя, я думала, ты там маленькие какие-то. Да чистое здоровье. Ты что, елки-моталки, эх ты, маленькие. Это говядина? Свинина. Свинина, да? Да. Свиное барбекю. А в плове говядина, слышишь? И рыба для тех, кто не ест мясо. У нас все есть. Что? Все хорошо. Просто так, на душе приятно. Ё-моё! Так, шо, давай этого сомика аккуратненько куда-нибудь вот сюда уберу. Ты как этот... Банный лист. Кто? Банный лист. А что ты помидорки достал, вот мне интересно знать, вот здесь вот поставил? Для красоты, надеюсь? Да. Молодец. Кать, ну ты бы уже сказала бы людям, что ты шутишь, и так думают, что ты крага у меня... Старая. Ну, старое это понятное дело, еще и жадное. Пусть думают. Для людей. Люди же приходят. Ну, как приятно, понимаешь, вон девочки приехали. Еще сейчас будет много людей.
Слушай, я вообще не знаю. Подожди, у меня здесь дилемма, что мама дорогая. Я хотел вот на этом агрегате. Дёня, Гриликс, благодарочка, ты что, вот такой вот поддончик себе, смотри. Ну, надо было вот тогда... Вот так вот ребра ставишь себе. Поменьше, раз, два, наверное, три, кусочек четыре, взять. 5, 6, 6. А, что? Кусочек поменьше, наверное, надо было взять. Кусочек ребер поменьше? Да. Катюша, знаешь, что в ребрах самое главное? Что? Вот никуда не надо торопиться. От слова вообще никуда. 5 часов, 6 часов, правильно? Да. Вот еле-еле душа в теле, да, температура 100, 110, вот так вот. Не больше 120. Вот играешься, пусть они себе томятся. 6 часов. Так я вот что думаю, Марат, еще раз, иди ты там не уходи сразу. А, так все-таки ты хочешь, чтобы вот так вот одним куском мы пожарили? Ну, двумя кусками. Да я бы и одним бы пожарил. Можно. Смотри, одним. Переворачивать вот этот кусочек пошины можем, в принципе, забрать. Да. Да? Или порежем вот так вот на две сабли и выложим 6 позиций. Тогда... Вот не было бы этого гаджета, скажи, жарили бы вот так вот, да? А сейчас, получается, меня терзают смутные сомнения. Что? Ну, это, если ты поставишь вот так по кусочкам, то он быстрее приготовится по-любому. Но мы никуда не спешим, в принципе. Знаешь что? Поставьте, отрежьте пару ребрышек. Все, ребята, успокойтесь. Я все решил. Этот рецепт мы чисто по-американски бахнем, а второй рецепт у меня есть по-канадски, там где сахар тростниковый. Мы возьмем другую ленточку и бахнем их вот так вот. Ох, там карамель, все, все. Все. Слышишь, Charbroil, отдыхай. Сколько по сколько, вот так вот, а ну-ка дай. Слышишь, я еще этой машины не отжигал. Да ничего себе. Марат, слышишь, он, это просто, так я не давлю, вообще нет давления. Лезвие. Серега. Лезвие. Мы с тобой, кстати, оба не бриты сегодня. Я могу быстренько все исправить. Ага. Мурка. Маратик. Это пленочку надо снять? Ну, обязательно, конечно. Ты что? Все нормальные американцы так делают. А мы что, американцы? Ну, или пованцы. Ну, а что? Эй, какая разница, если это надо делать? Она же имеет привкус, ты знала? Нет. Да даже дело, Серега, не столько в привкусе, сколько она скукоживает мясо при нагревании. Ребята! Никусь, помочь пристегнуть? Я никогда не снимаю. Хорошо. Я думал, ты педант, оказывается, таки ошибался. Ну, если свининка домашняя, если она не старая. Марат, какая разница, если говно у всех одинаковое? Эта пленка является барьером между вот то, что воняет, и мясо, то, что пахнет. Всем говорю снимать, а сам никогда не снимаю. Красавчик мой. Все. Она имеет вот тот, короче, привкус. Вот то, что возле жопы пахнет, понял? Вот так вот. Это, так вот и про пленку. Я, конечно, не нюхал. По телевизору рассказывали. Но это делать надо. Все, тем более раз-два я готова. Ты что? Ага, шикардос. Ты масочком будешь? Нет, зачем? Ты что? Она же. Да, 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 только специями. Сухой, а в конце он барбекюхой перемажем, и все будет нормально. Так, ай-яй-яй. Пропал человек. Да пей, пей. Так, Марат Джан, что ты говоришь? Есть вот это мною любимое. Да. Специя. Галкин, благодарочка, ты и твоя мама лучшие там, где вы там есть. Шо? Вот это моя любимая. Правильно. Ну, я же хотел сказать, что мы все время вот это, но у нас же, спасибо Галкиным, есть целая куча вот этих вот кого угодно, а? Вот это вот стрирача, это вместо чили, ну, очень даже ничего добавим сегодня. Слушай, а тут еще даже муха не сидела, а? На этой баночке. Какой-то там уважаемый у них дедушка, видишь? По крайней мере, одевается интересно. Как ты? Да, и у него целая... Больше 70 лет напишем. Дедушке этому? Фирме. Дедушке еще больше. А-а. Ты помнишь, как мы вчера с тобой на весы стали? Мне, если что, 59 лет. А Марату вообще там... У Марата нет. 63. Да. Ну, так 45 и 59. 63 и 55. Ты старше, короче. Кать, кому эта математика надо, я думаю, что не все смотрели. Да, мы вчера были в спортзале, там у Тани есть весы такие. Ты анализатор. Ты вводишь свои данные. Так хоть катализатор, елки-палки. Ну, мне кажется, что не брешут. Мне 45, они мне показали, что у меня какой-то там у меня возраст на 59 если лет. Если бы тебя, короче. Между прочим, Свете показала на 15 лет моложе. Я же сказал, я же сказал. Ну.
Персик. Так что ничего они не брешут. Я же сказал, когда мы шли, говорю, если нам всем надо там в спортзале убрать, то Свете надо будет добавить. Это как воду глядел. Ого, кожу. Ого, как оно сыпется красиво. Там соль в составе есть? Если соль есть, тогда она меньше соли. На лизни. Есть, проверить надо. Есть, конечно. Оставьте в покое, лишнее отвалится. Слушай, какая она приятная. Если не отвалится, это хорошо. Нам бы с животом так получилось. Спасибо, Танечке, и у нас как это, и у нас все будет хорошо. А вы меньше пива пейте, тогда животами у вас в порядке. Слушай, какая обалденная специя. Я вчера после бассейна как раз бокальчик пива так хорошо зашел. Ой, Марат, ну хоть вы уже молчали, елки-палки. Что? Нет, я что-то хотел по делу, чисто коммунальная квартира, вот так вот в Одессе и живем. Как ты хотел? Я как чувствовал, год ее не распечатывал. Я сейчас, наверное, опять запечатаю, пусть год лежит. Да ты, мало того, что она ароматит, попробуй, какая она бесподобно вкусная. Катюша, на самом деле очень, что-то очень. Да. Да? Так, сырачи чуть-чуть для остроты. Она такая очень вменяемая, хорошая, приятная специя. С этой стороны ребра, тут можно поменьше, вот с той стороны побольше. Маратик, все будет нормально. Ох и цимис получится, ох и цимис. Вкуснячий. Так, что у нас есть еще из того, что Марат хотел? Так, сольку чуть-чуть. И вот это вот ароматное. Очень классное. Обалденная. Моя любимая. Слушай, это просто праздник какой-то. А ну-ка, Катюня, сфотографируй, нам пригодится. Запомни это название. Корм для свиньи написано. Какая-то карамель, какая-то фантастическая. Какая-то глубина такая. И на запах, и на консистенция очень такая правильная. Именно барбекюшная. Среднего помола такая. Вот это я натер. Да ты шо, елки-палки, у меня. Здрасте. О, ты что там? Сходятся люди. А мы только готовим. Ох и свинина. Она еще вчера хрюкала. Или даже сегодня утром. Такая мягенькая. Ага. Шикардос. Так. Здрасте, ребята. Салют. С приездом, с приходом. Таки welcome. Ну, замечательно, как все сходится. Оно должно постоять? Катюня? А. Ну, буквально немножко. Я сейчас гриль включу. Хотя, что она уже может заводиться одновременно. Сегодня будем готовить по принципу что? Три, два, раз. Я там видел, люди готовят. Ну, что? Чего же не повторить? 3 часа просто так полежит себе. Правильно? Угу. Потом 2 часа в фольге. И потом 1 час чем-то помажем и... А, Мара, давай плов уже быстрее, потому что невозможно. Тут пахнет. Там ощущенница. И все это под, как благодать. Это, под звуком птиц. Изя, а что вы замолчали? Слушаю тебя. А? Тоже, наверное, слюнями беняга там умывается. Шо-шо? Смотри, как красиво. Ты же красиво? Ну да. Кать, да я знаю. Это ж сабер. Марат, сколько прошло? Час. Да? Ну, почти. 40 минут. Ай-яй-яй, щепу кидать на ранней стадии, ну, пригодится. Боже, какая красота. Да подожди, ты тот кусочек пошины, ты посмотри. Мы его первым будем есть, а? Я его другой специей бахнул. Ох, какая нежная вещь, приятная, прекрасная. Прям шедевр. Катюня. Ну, смотри, там уже ребра разговаривают потихонечку. Ребята, чем медленнее, тем лучше. Я вообще так вот сильно не хочу поднимать. Просто так вот чуть-чуть
покажу. Ты шо, это начало шедевра. Ёшкин ты кот, снизу уже хорошо, а сверху только-только начинает потеть. Все, закрываем. Вот с ними вообще никуда не торопимся, от слова вообще. Правильно? Идем пока людей... Плохой с дня барабанщик. Рыбы гостим. О, Алина бежала и сразу целоваться. Вот это молодец. Не, убежала крестная. Ты шо? Так, Марат. Скажи мне, родненький, а тебе-то что надо? В смысле? Ну, из рыбы. К пиву тебе что? Толстолоб. Рыбец. Селедочка. Судачок там есть. Лещ есть. Сомик, в конце концов. Я все люблю. Оп-стоп. Мы подошли из-за угла. Оп-стоп. На кой она тебе? Так. Алёшка жарил на баяне, шумел, долбил, по рыбе липован дыму, табачном, как тумане. Там растворялся. Тихо, Маратжан, что ты говоришь? Я говорю, или я привыкла уже к этому запаху вашей рыбы, или она сегодня не так ярко пахнет. Что, у тебя предвзятое отношение к шедеврам. Поняла? Не поняла. Марат, объяснишь ей, как так может? Ты, я видел по телевизору, вообще там знаешь, что люди делают? Что? Живых моллюсков едят. Они за рот цепляются. Кого? Опарышей. Кать, ну бывают моменты, когда тебе надо просто помолчать. Почему? Каких нахер опарышей, ты что? Ну червячки. Осьминоги какие? Живые, китайцы берут, так вот себя всовывают, а он сопротивляется вот так вот. На что мы с Серегой хотели бы половить рыбу, но ты нам не даешь. Да прям я вам не даю. Стринами. Она их ест, понял? У нас их нет просто этих опарышей. Вот ты катуша, катуша. Так, толстолобчик есть? Ника, а ты смотри аккуратненько, кто пьет пиво, даже если кто пиво не пьет. Ну, тут пиво один пьет, но очень смотрел и засматривался. Все, так я уже считаю, что готов. Сейчас что-то я еще там дам. Давай. Кефальку, как она пахнет. Я говорил, не говорил, телефон лили, я думаю, уже все знают. Кому надо вот такой момент, еще и вино липоманское, так что еще звоните. Еще и вилкала на катере прокатить могут. Звонить, это надо ехать туда лично. Лично. Сережка ты мечтает посмотри. Об этом. Катя, а судак? Шо это? Не золото, а? Вилковское, да? Ты шо? Бронзового Марата отлива. Прямо шо плов твой. Каждую чешуйку видно, видишь? Да. Это фильмоскоп такой хороший. Рука не болит? А чего мне должна болеть рука? А ну-ка на фольгу тебе забирай, потом вернешь. Красиво. Мне есть что заворачивать. А ну подвинь тут пару кусочков. Куда? О, посмотри. Там Кать, это я вижу, что сейчас пол телевизора людей в обмороке лежат. Успокойся. Пожалей людей, елки-палки. Так, толстолобчик, два кусочка, судачок, а что еще? А, вот кефалька. О, Марат, шо? Вы уже туда рис положили? Что за рис сегодня? Скоро накрывать будем. Какой-то опять модный? Модный, лазер, но первый раз с таким работаю. Какой-то кругленький. Да лазер тебе говорят, шикардос. Лена, ты не помнишь, кому я должен это дать? На. А дай кто пиво? Будет пить. А вот, ребята. Где? Там, а, так там... Там рано. И туда сейчас там. Не, давай. Могу, да. Давай. А вот молодому человеку дайте в красивой футболке. Вот сюда. А я сам дам, идем под помидоры липованские. Да. Так, сюда кефалька и что-нибудь еще. Что? Еще? Толстолоб. Все, приятного аппетита. Кушаем, здоровья. Оп, стоп. Здрасте, вы будете? Ой, мама дорогая, копченое что-нибудь подойти. По-любому, да? Хорошо, все будет хорошо. А что? Тан-тан-тарандам. Сережа, а? У тебя там телефон сам с собой разговаривает. Так, с телефона разговаривает. Он перегрелся от плова, наверное, или от этих ароматов, я в шоке. Давай. Суета.
Так, Сонька, Сонечка, сели свои перины, а блинухами пышную кровать. Мать, бать, ведь ты справляешь шаменины. Так, что еще у нас из этого осталось? Вялено, не вялено. Что ты говоришь, накрываем? Эй, одеяло, пуховая перина. А знаешь, что мне Марат пообещал? Не знаю, что. Вот тот плов в лаваше на новоселье приготовить. Да, Марат? Да нет, да. Шахтур, зачем так долго ждать? Давай этот. А ему духовка вы нужна. Вы что, заселяться не собираетесь? Вот я за это и говорю. Давай раньше приготовим. Давай. Ё-моё. Прямо аж не хочется закрывать. От гриль. Лучший гриль. Полюбовался и хватит. Шо, Марат Джан, готова? Сынуть. Что там, одеяло равномерно? Ага. Переворачивай. Опача. Ты что? Слаженная работа. Майна, Вира, погнали. Так долгими годами отработанная. Ё-моё, там из садика репетировали. Угу. Просто садики Тусней. Были в разных странах. Все. Туши. Ой, дайте же на огонь посмотреть, а. Смотри, пока я красота. Сейчас МЧСника не врубил. Давай. В этом что-то есть. Фу. Ты время засек? Да. Это не фу, это ты жоги. Ты что? Фу. Ай-яй-яй. Фу, задохну сейчас. Это надо ровно два. Кстати, ну мы их тоже. А? К трем отдадим? Давай вот так вот. Нет, раньше. О, слышишь, бросаю карасей в эти пойду. Часовщики, ровно два. Дзынь-дзынь. Так, духовку я здесь эту прикрываю. Опа-на! Ну, чтоб получилось. Да, по-любому. О. По любасу. У нас бы получилось, даже если бы казан не поджигали. Шикарный. Марат, чуть не Марат, Марат, ты что, так красиво на публику ты еще никогда не выступал. Ё-моё, ай-яй-яй, актер, актер. Спасибо. Там не трогай, там пригодится оператору. Так, шо, давай дальше. Ты напомнила вчера мне о далеком, о забытом пережитом полусне, милый друг, ни разговором, ни намеком. Не ищи былого облика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно. Я не могу. Всем дал попробовать? Да и вот мне, да. Вот и прелесть. Не-не, я чуть позже, после... Можешь лизнуть там где-то у него. Смотри, смотри на эти... Я даже не знаю, что это. Ослепительный кадр. Мама дорогая. Оператор, ты творишь чудеса. Хотя, что бы ты делала без липованской рыбы, а? И что бы я делала? Да вообще бы ничего не делала. Лилечка, спасибо огромное. Тёма, вообще, все липования, вы лучшие. Та ты что, свежак бесподобный. Что я ее хвалю, надо же пивко осталось. Давай, ребята, соседи наши, ты поняла? Тоже строятся две улицы, чуть-чуть выше живут, да? Да. Так что в долине увидимся, да? Привет. Еще одна птичка в нашем заведении. Та, ты что? Та-ра-да-дай-да-дай-та-ра-да-дай-дай-дай. Марат, что по твоим этим, как это? Все. Биологическим часам. Да? Я аккуратненько открываю? Давай. Да ты что? Арбузка, да будем есть? Ну, сейчас плов раздадим, дадим арбуз. А ну-ка. Катя, ты не то снимаешь. Такой парк красивый ушел. Ёшкин ты кот. Что она сняла, не переживай. Что за человек? Да, нормально. О, Марат. Обалдеть. Слышишь, он нет-нет даже. Хорошо. И ни один глубоко уважаемый себя узбек не позволяет туда лезть ложкой. Серьезно? Или лопаткой, или рукой. Посмотри на этого человека. Я просто не узбек. Нет, ты достань сначала это, потом будешь делать. Да я уже хотел просто немножко чуть-чуть этот... Показать, да? Поглядеть, да. Рис идеальный получился. Катюня, посмотри, как он падает. А не туда, елки-палки, посмотри, что он как перец разбивается. Шикардос. Не засыпай перчик. Все будет добро. Он же должен еще подышать. Короче, традиции не нарушены, все хорошо.
Достаем. Окей. Чпоки. Самое вкусное. Что может быть после риса? У меня полный рот слюней. Давно мы не готовили, Марат. Плов? Да. Я дома готовил просто. Да я в курсе. Слышь? Да. А ты липованам звонила многодетным нашим? Каким? А, вот так красивый и нормальный. Я нет. Красивый и нормальный. Догадайся. Ёшкин кот. Не, Олегу не звонила? Олег, брат Джан, ты что, мы же для вас плов приготовили. А ну дай я его наберу сейчас. Слышишь, у нас такой себе, смотри, какой красивый, образовался настоящий стритфуд. А, Марат? Это точно. Это уже блюда, проверенные временем. После Степа приезжал, короче, недавно. Я бы сказал, годами уже. Ну, ладно, пусть будет по-твоему. Степа заезжал и говорит, Липованчик туда-сюда, говорит, ну у тебя, говорит, красиво, короче, трушно, по-настоящему, говорит, вкусно. А куда еще пойти в Одессе? И я аж за пару поймал, понял? Думаю, ну куда? Только к нам. На Дерибасовку. Прогуляться. Ты поняла, о чем суть разговора? Ну, ты про еду, а я про достопримечательности. Ага, ладно. Степа, иди на Дерибасовскую. Никуся, а принеси два судочка с собой, пожалуйста. А вот, есть судочки. Ага, спасибо. Ай, Марат, Марат. Ты шо? Шикардос, еще и мясо. А? Кушай, кушай. Ой-ой-ой. А чесночок? А где мой помощник? Помощник, добавляйте чесночок. А что ты хочешь делать? Чесночок там. На. Я думал, в туалет сходить. В перчатки. И перчатки. Ну да. Ой, Сережа. Чтобы кошерно было. Можно подглянуть в твой сабер? Можешь, если ты себе там не сделаешь там, как это, больно. А я подожду, когда ты мне поднимешь, эта крышка очень тяжелая. Так, этот кусочек я немножко уберу. Смотри, Марат, как потихонечку, он вообще без волнения начинает потеть. Елки-палки, чистой воды сачок, а? Скоро заворачивать. Подожди, ты пусть еще лежит, там вообще такой шедевр внизу, что... 3, 2, 1, я запомнила. Все. Сегодня рецепт, 3, 2, 1. Так получается, ты уже и готовить умеешь? А то. Катюня, уже главное не забыть. Мы уже и помидоры открыли. Бесподобные такие, что и главное не забыть арбуз врезать. Ты пока там аккуратненько отъезжала, а Таня прямо, ты что, именно фея белоснежная, а? Смотреть на вас не хочет. Катюня, иди сюда, у нас уже... будет плохо. У нас уже этот... у нас почти готово, хотя что, мне это сейчас не надо. Короче, ребята, 3 часа оно уже побыло так. Теперь 2 часа оно уже побыло в фольге. Катюша. Теперь отойди. 3 часа оно побудет без фольги. Нет. Ты сказала, что ты знаешь. А, 3, 2, 1 раз. Час. Все, 1 час остался буквально, буквально почти уже готово. Хотя я бы такое что уже ел. Я пока их переворачивал, попробовал. Маринад, ребята, бесподобный. Вот эта бутылка, где она там? Эх ты, я ее показывал. С тем желтенькая, дедом. Да? Очень, очень вкусная. Короче, первый раз она лежала на ребрах, сейчас она лежит с другой стороны. А ну-ка. А ты... Главное, не перепутать. Чтоб не развалилось. Ай-яй-яй. Мара, ребята, ловите по аромату. Это просто что-то бесподобное. А ну-ка, где? Ой, течет у тебя. Катя, это не у меня, это у свинины. Она же сочная. Вот так, Сережа. Сестра, делай. Тампон. Вот так. И пусть течет сколько хочет. Вот так вот, все нормально, не утечет. Что ой, тут сделать? Течет, Сережа. Ой, Катя! А-а-а. Ёханый бабай Марат! Просто я вижу всегда, когда течет. Я уже заколебался доставать. От меня не спрячешь. Так, все. Пусть течет, гастроемкость. Вот так вот. Ты что, весь сок и цимис. Не, ну японец, конечно, это и в Африке японец, да? Сейчас пошел запах. Ты что? Аромат, точнее, как Катя правильно говорит. Марат, ты шо, они натянулись? Такое ощущение, что мы мамонта почти съели. Мы еще не съели, но это выглядит парень. Так же. Да не переживай, это все уберется. Мне кажется, что если ты потянешь сейчас за косточку, она вылезет голая. Она вылезет. Она уже
Но еще не надо. Нет, 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 еще все нормально. Не, она вылезет, ее крутанешь и достанешь. Но я же хочу перемазать. А чем? О. Барбекю соусом. О, кстати, где этот венчик? Он сейчас не нужен. Не, она мне такие, венчик. Она такие венчики мне, оно отойди, заказала. Или заказала, или ребята прислали. Нет, кто, один шо? Заказала. Подписчик мне ссылку скинул, где заказать. А второй ребята прислали? Да. Марат, это когда мы с тобой будем создавать... Представляете, какая штука? Барбекю соуса. Это можно и с ребенком играться, как с волчком. Можешь угодно. Лучше с яичками играться. Кладешь туда уже 2 яичка и погнал. Что? Покажи, кому надо, может быть, кто-то закажет себе. Если честно, вот этот венчик для смешивания фарб, красок. Да не пугайся, елки-палки, это пищевая нержавейка, все нормально. Ну так как я художник еще тот, я лучше поиграю с яйцами. Да ты шо? Катюня, дай контакт, может кому пригодится. Это удивительная, замечательная, великолепная вещь. Ёшкин ты кот, ты шо? Не, на самом деле, молодцы придумали. Я не знаю, как работает, как она работает. А я знаю, что я увидела, я на почте что-то забирала, и женщина штук 10 таких заказала. Стояла, каждый проверяла, понимаешь? А это фьюжн. И меня тебе прямо... знакомо это слово? Боже, Кать, а не долбить надо, а именно чпокать, ёлки-палки, ты шо? Смотри. Ну, чпокать это, как это, не мне надо убить? Короче, я ее чпокаю, она меня долбит, понял? Мозги. Ты что, у меня свинина потеет, ты посмотри, я тебе говорю. С вашими чпоколками, вот это сочное. Так и течет у него, Марат. Он после того, как почпокает, течет, а я его подолблю, у него течет. Все, ладно, успокойтесь. Сюда. Что, сейчас все будет нормально. И чем он будет? Да, я сейчас, так, он на полных газах. Да, я его сейчас проколю, продымлю чуть-чуть. Гриль, ты лучший гриль. И что, вы думаете, это вкусно? Просто... Катя. Незаменимый друг. Если ты сейчас будешь еще один раз такой вопрос задашь, я не уеду и буду ждать, пока это приготовится. И что, Марат, это вкусно? Это очень вкусно. Хотите сказать? Вы же сказали, что вы уже не уедете. Я уезжаю. В Перу. Впервые. Да, ему так в Перу понравилось, ребята. За следующим рецептом. Угу. Слышь, а он сегодня привез, выходит. О, Марат, вы вернулись. И как там в Перу? Да я пошутил. Да. Просто. Серега. Фантазия. Ну. Ты прям все расходуешь? Тебе не жалко? Катя, я знаю, где еще есть. Гриликс удовлетворит любого. Не всегда бывает, что заканчивается. Ну, так и значит, едет свежий. Так, это хорошо, опять... что заканчивается, потому что пользуется спросом. Такое не может не пользоваться спросом. Ребята, я что хотел сказать, все хорошо. Единственное, что я не успел сегодня всунуть туда метр плюс, градусник. Ну, сегодня... Да. Но сегодня можно готовить интуитивно, поэтому что, 3, 2, 1, все. И теперь час контрольный, он уже будет лежать просто так вот, на еле-еле-еле вялотекущем, что у вас там грилики газовые, угольные. Любые, просто на минималках, да, просто на минималках. Да. И в духовочке можно? Даже если ты в духовочке, конечно. Можно, да. Конечно. Но на улице-то оно куда приятнее. Обалдеть, шикардос какой. Марат, ты шо? Не, может ты не поедешь никуда? Я остаюсь. Оставайся, все. Нафиг вам та вода? Таня, вы тоже остаетесь, что вы переживаете? Вдвоем остаетесь? Не, они собрались вдвоем ехать водопровод чинить. Он говорит, я буду твоим сантехником, а ты санитаркой. Это что-то из немецких фильмов 70-х. А как ты там сказал, один чпокает, второй что? Долбит. Второй долбит. Марат, вы будете чпокать или долбить? Так, Катенька, все. Успокойся, сейчас Света придет. Она вас отчпокает и отдолбит. Она сделает и то, и другое. Так, что делать? Я, с той стороны, не буду мазать. И я думаю, вот, что не надо. Вот так вот, как есть. Ух ты, расхулиганился, молодец. Убери. А каска все. Там специально? Какая? Ну да. Все, на минималке. Даже центр я вообще выключаю, он так нагрелся, все, только крайние работают. Эх ты! И Свете порцию сделал? Мараджан, то я сделаю Свете порцию, не переживай. Вы никуда не едете, Марат. Светочки. Он переживает, чтобы Свете плова хватило. Хватит, родненький.
Маратик, а ну-ка помоги мне там с фольгой, где-нибудь, может, ее надо придержать. Я просто боюсь, чтобы эти ребра не порвались. Все, шикардос. Вот это агрегат у нас получился. Ай-яй-яй. Нет, точно, что мамонта мы поймали и аккуратненько уработали. Катюня, это шедевр. Только что я это делаю? Я аплодирую стоя, да, так как ты снимаешь. Обалдеть. Угу. Немножко правее дай, пока лучики солнца падают на эти незабываемые... Повезло тебе со мной, представляешь, как, Сережа? Блики жира. Я просто вижу все красивое, в отличие от некоторых. А зачем делать так, когда тебя хвалят, унижать других? Я никого не унизила. Нет, у тебя такой скрыто-открытый подтекст именно. Слышь, лошпердяй, отойди от меня, пока я людям творю шедевр. Я наоборот. Ты что? Короной ударилась? Чтоб ты как это... Все, молчи, не сбивай. Сижу на нарах, как король на именинах. И пальму серого мечтаю получить, гляжу, как сыч в окно. Но это обалденно, теперь мне все равно, я по-любому хочу ребра получить. Вообще не сложно. Специя, ребята, вот любая, какая вам нравится, главное с этими ребрами не торопиться. Чем дольше, тем цимис. Даже не знаю, кто красивее. Он или он? А, я думал, ты или арбуз? Нет, нож или арбуз? В паре. Ох ты шо, красавец. Обидно то, что они уже заканчиваются. Там мы были у этого Александра, у него уже осталось их пару-тройку штук. Таких вот хороших. Как там, порода талисман, правильно я говорю? Пойдет зимний сорт. Ох ты шо, ты шо. Ты посмотри, елки-палки, конец. С сентября, а он мне такой семена. Красиво-розовый. И он пахнет. Да он пахнет так, что он глушит сейчас все наши и барбекю, ребра, и плов. А ты теперь разрежешь вот так вот на четыре части? Зачем? Катенька, не учи его пилить. Ох, да, пилить. Зачем, как Катюша? Раз это только я могу. Ты посмотри, ну где ты можешь встретить арбуз, что в конце сентября был не переспевший? Ребята, киевский рынок. Все до Саши. Не, ну по секрету я просто не хотел. Думал, что мы еще пару раз успеем. Но есть у нее там пару штук, так что забегайте. Мы вчера взяли два больших. Одним угасили. А вечером мне Катя скидывает видео. А там семья такая, помню, детей много. И Максимка. Липован, спасибо за арбуз. Я только потом понимаю, что тот арбуз, который мы Сереге отдали, это они уже вечером с семьей сели и кайфанули. Сказали, что лучший арбуз за весь сезон. Я тоже хочу кайфануть. Хайпануть? Хайпани. Кайпануть. Меня такси уже ждет просто. Все, ты оставь в покое. И таксисту сейчас мы тебе отрежем. Ты что? На, это тебе, это таксисту. Платить не надо. Вот мне еще детям четвертинку, пожалуйста, оставь. О! Ты слышал это? Это не я, это арбуз. Шикардос. Да, я слышал. Катенька, давай пока... А, хотя что, одни уходят, другие приходят. Так кого-то угостим, елки-палки. Девочка! А что вы не будете арбуз пробовать? Чего ты возьми с собой там где-нибудь у моря будете сидеть вечером? Иди возьми скипку, я тебя умоляю, на четверых, ты что? Ты же такая высокая, тебе надо по-любому. А ты им вот так вот режь, будет удобно ручками держать. Как? Ну вдоль. Вот так, да. Иди сюда, сюда, да. Так, а ну-ка, держи тебе. Просто ручку подставляй, а я вот так вот аккуратненько тебе хлобысь. Не, братик, так не можешь, бери, на-на-на-на, держи по-братски. Все. На-на-на, Майкл Джексон, иди сюда, держи. Держи. Опача, аккуратно пальцы. Маленькая, это где? Ты что такая худая, ты что ее не кормишь? Обалдеть. Да я помню, что тебе много нельзя, держи. Все, крепкого здоровья, ты что, на коня. Ребята, все, и вам. Все. До скорой встречи, до свидания. Дуже-дуже смачно. Братик, благодарю. Ты что так сказал, что и нема что добавить. Марат, на, иди кайфани. Или кайфани. Пока вас такси ждет. Таксист, на. Благодарю. Не, ну вкусно. Олежек, родненький, держи тебя. Давай. Марат, Марат! Шаланды полные кефали! Что? В Одессу Костя приводил. Это вкусно.
Он хотел хайпануть, да? Да. Ты шо? Как там в ресторанах известных делают? Вот так вот? И все бендюжники вставали. Леночка, возьми тарелочку, угости немножко людей. А вон вижу, ребята, уже доели, уже хотят. По-любому, три скибки в студию. Да, конечно. Синеет море за бульваром. Каштан над городом цветет. Никуся, у кого свободные руки? Отдай вот там красивым ребятам. Красивые ребята. Под забором, которые. Да? Будьте арбуз, ребят. Давай, иди сюда. Так, ты сказала кому-то? Маме надо не забыть оставить, да? Детям четвертинку. Ага. Чтоб побрат. Ёлки-палки, ты что, вилку красивую? Да, безумно красивую. Обера, оудю. Сколько вас там сегодня пришло? 5. На, я тебе даю 6. Может, кто-то еще придет? Все. Кушай на здоровье. Давай счастливенько, аккуратно. Так. Прям для Светы. Я даю. Не, арбуз вкусный на самом деле. Песня? Вкусная. Да ты что? Ура. О. Лошадка. Пока она шлепает, я вам лучше буду звуки делать нормальные. Укачайся. Не, я потом. Эх ты, трудяшка мой. Сегодня так постарался. Поцелуй еще его, поцелуй, Сережка. Раз именно сейчас, в работе. Когда оценит, поцелую. Ну, воздушный. Ты что, Катенька, ты понимаешь, как он работает. Да откуда мне понимать, А для меня Сережа? Самое главное, что молча. Просто исполняет. Ой. Ёшкин кот. Ай, Марат, я его вырубаю. Да ты шо? Ну, красивее, мне кажется, я еще не готовил. А ты, наверное, не пробовал. Свинину, наверное, точно. Это безумно. Мы следующую бахнем маленькими ленточками вот в той подставочке. От чертбройла. Но уже сделаем ее с тростниковым сахаром. Я так раньше делал. И пивом будем поливать, да? Не пить если его, ты... а поливать. Как? Нет, не поливать. Если поливаешь пивом, обязательно его надо пить. Ой, Марат. Жалуйтесь, вот вы сюда, так все время вдвоем. Вот попиваем. Сюда, вот в этот поддончик наливается пиво. Сверху одеваются ребрышки и все. Пивной тростниковый маринад. А, аж заболело, как я говорю, в районе свинины. Реберная часть. Именно вот это. Именно то, что доктор прописал. Надо, чтобы она остывала, как ты думаешь? Или сразу можно в рот пихать? Ну, свинину не надо так... Просто Марат сегодня торопится, поэтому... Нет, не надо никогда остывать, так как остывает говядина или баранина. Серега, запоминай. Да я так все знаю, пусть говорит. Свинина не отдыхает. Просто дайте поболтать. Ёшкин кот, что это за капля молодости, а? Катюня? Это сок. Подставляй лицо. Зачем? Да буду себя... Девочку делать. А я из тебя мальчика не сделала, Сережа. Это даже больно. Ёшкин ты кот, тащу, отойди. Не урони. Да, это же не можно. Фу. И шо? Есть у вас какие-то слова? Сказочная красота. Шедеврально. У меня одно, шикардос. А у вас какое на букву ша? Шала, малейкум шала. Дикефали. Дикефали? Да вытаскивай косточку. Хочу одну взять. О, как ты хотел, Свете. Это мне. Там горячая, возьми за здесь. Здесь тоже горячая. Танечка, ты не смейся, тебе еще больше. Могу себе представить, что мне будет. Что? Замечтался. Так, нельзя долго рот открытым держать. У меня провокация сразу созревает. Уйди отсюда. Ё-моё. Выйди из класса. Обалдеть, насосался? Марат. Он уже не опаздывает. Я таксист бесплатный. Марат уже никуда не едет. Нет, тут уже время пошло.
Ты посмотри эти волокна, ты посмотри на эти волокна, ёшкин ты кот, а? Блин, как кивок на рыбалке. Одна дергается, как вот у тебя даже иногда. Вот, смотри. Катя, это пульс сердечный. Я же ночью у тебя человек. У меня... Руки у тебя дергаются. Бздынь. И что такие евреи скажут в Одессе про свинину? Что, бывает кошерное? Слава богу, что я ем до захода солнца. Значит, бывает, да. Ни в свинине дело, оказывается. Сегодня заходит Йом-Кипур. Очень такая... Поторопись. Марат, смотрите, чтобы как это зубы не поломать об эту свинину. Это проблема зубов, вот здесь причем. Все. Съел Светану косточку и довольный. Ну, когда жую, еще со вчерашнего дня с бассейна булькает в ушах. А у тебя, Сережа, ничего не булькает? Марат, это просто праздник какой-то, а? Смотри, она именно отрывается. Родненький, мы сотворили шедевр с тобой, как обычно. Ёбовы ты ГД, ты понимаешь? Ребра, Олег. Ты посмотри. А, что не сделаешь ради хорошего кадра? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что наша жизнь? Кипяток. Ок. Марат. О, Марат. Это прямо, мама дорогая. Безумно красиво, безумно вкусно. Я уже попробовал, ребята. Да ты что, не, ну это просто шедевр, я даже не знаю. Самое главное, как я говорю, не торопиться. Ну, да, не торопиться любит. Не надо. Да, Марат, торопиться не надо. Да. Первый раз, когда я тороплюсь, ну что делать? Но это не повлияло на мясо. Мясо готовилось столько, столько мы хотели. 5 часов, по-моему, да? 100%. Ты что, я чуть-чуть японским ножом кость свинины не поцарапал? Обалдеть. Все, не, ну это шедевр. Короче, я все время хотел сделать вот эту вот развалюху из свинины, из ребер. И спасибо Жене. Ты таки исполнил. Подогнал такие ребрышки. У меня получилось. Идеально. У тебя всегда получается, Сереженька. Точно. Целоваться не будем. Мне ли не знать? Да, Марат, это я даже не знаю, елки-палки. Так легко я их еще отсюда не вываливал. Колупова. Да ты шо? Да я их обглодаю. Да я тебе с собой заверну в такси, будешь сосать. Грызь, есть. Что туда из Израиля ехать? 4 косточки, и ты дома. Короче, друзья, кицы души с хорошим настроением для вас сегодня. Что? Колотил в рынду одесский Липован. Ну, а он там что-то готовил в казане. Всем пока-пока. Чао. Да. Угу. Ура, Леночка, врубай. Вкусно, Марат? Шедевр, кто еще не ел? Ну, Таня, дайте. О, ты пищоль, заходи. Мы не ели. Здрасте. Я же вижу, вы самые голодные, давай сюда. Я как раз знал. Так ее перепрыгивать надо. А у нас там злая кошка сидит. Еда тебе просто дается? Заслужить надо? Толкай коленкой ее. Маваши умеешь? Нет. Мурочка. А, так это Мурка держит лапы, никому не дает. Здрасте. Здравствуйте. Ты что? Так я со старту, братик, здоровенький был. Нам счастья не надо. Привет, привет. Заходите, проходите.